Здравствуйте, меня зовут Царев Роман Юрьевич, я кандидат технических наук. У меня ученое звание доцент. С 18 лет я проработал в Сибирском федеральном университете, преподавал дисциплины, связанные с информационными технологиями, такие как алгоритмы структуры данных, теория вычислительных процессов и другие. Активно занимался и продолжаю заниматься научными исследованиями. Моя конкретная область – это надежность программного обеспечения для различных критических систем. Я участвовал в ряде проектов, выигрывал гранты, в частности, дважды выигрывал гранты президента Российской Федерации для молодых ученых. Я опубликовал 220 статей, включая 77 статей в журналах по списку ВАК. С 2015 года начал публиковать в журналах и изданиях, которые индексируются в международных базах, таких как Scopus и Web of Science. В Scopus у меня порядка 80 статей и в Web of Science 36 статей. Кроме этого, у меня опубликованы 7 монографий, несколько учебников и учебных пособий. Они, кстати говоря, продаются на Озон, если есть желание, можете посетить мою страничку. Я подготовил 5 кандидатов технических наук. 3 года был ученым-секретарем в диссертационном совете. И обратил внимание на то, что есть такая проблема, что мало кто умеет писать научные статьи. Это я наблюдал и на своих аспирантах, и со своими коллегами. Вроде есть хороший результат, который можно представить, но они не могут представить его на достаточно хорошем уровне, чтобы в достойном журнале эту статью опубликовать. С 2019 года я занимаюсь индивидуальной деятельностью, публикую статьи авторов в журналах по списку ВАК, в журналах, которые индексируются в Scopus и Web of Science. И здесь я встречаюсь ровно с той же самой проблемой, что далеко не всегда статья подготовлена на таком уровне, чтобы ее можно было опубликовать. То есть статьи возвращают ее на доработку, либо вообще отклоняют. Соответственно, ну, видя вот эту проблему, что многие не умеют писать статьи так, как нужно, даже при том, что у них есть хорошие результаты, которые можно было представить на международном уровне, я понял, что нужно просто создать такой курс, который помог бы людям научиться писать эти статьи. Собственно говоря, это я и сделал. Я разработал такой курс, на котором слушатели могут овладеть, собственно говоря, всей этой технологией, как написать статью, как ее подготовить для публикации в журнале и, ну, соответственно, пройти положительное лицензирование и ее опубликовать. Я приглашаю вас записаться на этот курс, научиться писать статьи и публиковать их в хороших журналах.